Всем привет, дорогие друзья! И снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня готовлю мясо. Вкусное, нежное и очень сочное. А как приготовить сочное мясо, обязательно смотрим видео до конца и готовим вместе со мной. Ну что, поехали. Вот такой вот у меня кусочек свинины. Немного с жирком. Когда есть жирок, мясо всегда получается сочным. Делаю неглубокие надрезы. Теперь делаем квадрат, опять же неглубокие надрезы. Переворачиваем мясо и делаем то же самое. Вот таким вот у нас получился кусочек мяса. Очень красивым. Таким образом мясо готовится намного быстрее и остается сочным. И пропитывается маринад намного быстрее. Немного перца с двух сторон. Слегка присаливаю. У нас начинка будет тоже соленая, шубка вернее. Отправляю мясо в форму. Обязательно жирком снизу, можно даже, если у вас не очень жирное мясо, снизу поставить кусочки сала. Пока маринуется мясо, нарежем очень тонко лучок. Теперь готовим вкуснейший соус. 1 столовая ложка с горкой сметаны, горчица в зернах. Хорошенечко это все перемешиваем. Сюда же добавляю один зубчик чеснока через мелкую терку. Снова хорошенечко перемешиваем. Этим соусом хорошенечко смазываю мясо. Сверху укладываю лук. Теперь беру кусочек брынзы, терку и сверху делаем шубку из брынзы. Не из сыра, а именно из брынзы. Обязательно попробуйте этот рецепт, вы просто обалдеете. Очень вкусно, необычно. Брынзу не жалейте, побольше добавляю. Все, отправляю в духовку, выпекать буду при температуре 190 градусов, примерно 45-50 минут. Аромат, конечно, очень шикарный. Брынза слегка подплавилась, но осталась именно красивой шубкой. Какой аромат, друзья. Не буду вас томить. Пробуем. Друзья, мясо реально получилось очень сочным. Благодаря сметане, горчице, конечно, со вкусом чесночка. Это просто бесподобно. Обязательно попробуйте и жду ваших комментариев. Конечно же, под видео. Друзья, если понравилось, поддержите лайком. Подписывайтесь, кто не подписался. Нажимаем на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Ну и, конечно же, я с вами прощаюсь ненадолго. До следующего видео. Всем пока.